الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إلى علمنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، إن شاء الله تعالى продолжим чтение أثر от سلف. بارك الله فيكم. И один أثر мы на прошлом уроке пропустили, который я сказал, что я не все понял. В нем, иншалла тали, сейчас более-менее в нем разобрался, иншалла тали его прочитаем и перейдем уже к следующей теме. Ибн Джаузи, Абуль-Фарадж Ибн Джаузи в своей книге «Аль-Мунтазам ли тарих аль-Мулюки валь-Умам» говорит, рассказывая про Абуль-Вафа Ибн Акиля, то есть известный кади Ханбалит, то, что он написал вазиру, визиру своего времени Ибн Джухейру, то есть здесь некоторые опечатки есть, Аллаху Аля, то есть, ну, я прочитаю текст как есть, но, наверное, здесь не совсем эти слова подразумеваются, то есть «Ихрат аль-Авам би шариати фи бинай сур», наверное, «Ихтират аль-Авам» имеется в виду, «Бис шария», это Аллаху Аля по значению больше подходит, то есть имеется в виду, Аллаху Аля, примерно произошло такое, то есть он в свое время, видимо, повелел построить какой-то забор, то есть оградить какую-то территорию, в которой будут совершаться всякие, то есть запретные вещи и так далее. То есть имеется в виду, как грубо говоря, вот сегодня бывают же клубы и так далее, то есть такие вещи. То есть он построил какую-то такую вещь, где мужчины с женщинами, что попало делают и так далее и тому подобное, то есть дальше об этом иншаллах придет. То есть он повелел построить такую вещь. Хорошо? И он, услышав об этом, написал ему письмо. «Кана фихи мима накальту мин хатты», и говорит Абуль Фарадж ибн Джаузи, то, что я оттуда, то есть я нашел из этого письма, то есть из его почерком, то есть сейчас приведу вам. И говорит, то есть начинает он с таких слов: «Лау ля атикади сихат аль-ба'ти ва анна ля надаран ухра ля алли акуну фиха аля халин ахмадуха лама багатту нафси иля малики асри». Говорит, если бы я не был бы убежден в том, что будет воскрешение, и то, что у нас будет другой мир, хорошо, другая жизнь, в которой, иншалла, я надеюсь, что я буду в лучшем положении, чем сейчас, то я бы не стал бы, то есть, подставлять свою душу, можно сказать, или же себя под ненависть правителя своего времени. «Ва аля Аллахи атамиду фи джамии ма уридуху», говорит. И я, говорит, на Аллах, субхан таля, уповаю я во всем том, что я сейчас до него хочу довести. «Баада нушиду анни мухиббу мутаассиб», но, говорит, вместе с этим я хочу, то есть, засвидетельствовать, что я как бы люблю его, то есть, и хорошо отношусь к правителю, хорошо, то есть, не выхожу против него и так далее. То есть, имеется в виду, я убежден в том, что будет судный день, и только поэтому я пишу тебе. То есть, так бы мне не нужно было, зачем мне, то есть, портить между нами отношения, или же подставлять себя, Аллаху алям, что случится со мной из-за этого сообщения и так далее. Но вместе с этим говорит, я, говорит, и люблю тебя, конечно, но, то есть, из-за этого я тебе это пишу. «Лякин иза такабаля дину Мухаммадин ва дину бани Джухейрин, фа валлахи маазину хади бихади, валяу ля залик, лакунту кафра». Говорит, но если, говорит, встречается между собой религия Мухаммада и религия Ибн Джухейра, то есть твоя религия имеется в виду то, в чем ты противоречишь ей, то, говорит, я ни в коем случае не буду взвешивать это по этим, то есть я не буду это как-то между ними, то есть даже проводить параллель. А если бы я такое сделал, то я бы стал кафиром, говорит, непременно. فأقول إن كان هذا الخرق الذي جرى بالشريعة عن عمد لمناصبة واضعها فما بالنا نعتقد الختمات ورواية الحديث. Говорит, если, говорит, то, что вы сделали, то есть вот это противоречие ваше явное шариату, вы сделали специально противоречие, субхана, выходя против приповеления Аллаха, субханаху ва тааля, то вообще зачем мы читаем Коран, зачем мы приводим хадисы, то есть какой смысл этого всего? وإذا نزلت بين الحوادث وتقدمنا مجموع الختمات والدعاء عقبها. Говорит, то есть если вдруг что-то с нами плохое случается, то мы сразу начинаем все Коран, джамаат там читать, дуа делать и так далее. Сумма бада далика тубулун ва савани ва маханиф ва хиял ва кашф аурат ар-риджал ма худури ан-ниса исқат ли хукм илля. То есть, а затем говорит, то есть барабаны, песни, имеется в виду савани здесь, Аллаху алям, опечатка, наверное, гавани должна быть. То есть имеется в виду певицы, всякие, то есть женоподобные мужчины, то есть и так далее, то есть ложь, не ложь, когда люди, то есть аурат свой перед женщинами открывают и так далее. То есть все то, что противоречит хукму Аллаха, субханаху ва тааля. وَمَا عِنْدِي يَا شَرَفَ الدِّينِ أَنَّ فِيكَ أَنْ تَقُومَ لِسَخْطَةٍ مِنْ سَخْطَاتِ الْأَجْرِ. Я, говорит, уверен, о Шарафуддин, то есть Шарафуддин — это имя его, Ибн Джухейр, хорошо, говорит, я, говорит, уверен, Шарафуддин, что ты не выдержишь даже один гнев Аллаха, субхан таали, то есть из множества этих гневов, хорошо, даже один раз, если на тебя разгневается Аллах, субхан таали, ты не сможешь, говорит, то есть выдержать этого. تَرَى بِأَيِّ وَجْهٍ تَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Говорит,
или Тора, говорит, каким образом ты завтра хочешь представить, то есть что ты скажешь Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, завтра после своей смерти, «Балля ураэйтаху филь манами мукаттибан, кана далика юзайджука фи якадатик». То есть более того, если ты увидишь Мухаммада, алейхи саллату ва саллям, в своем сне, и он будет зол на тебя, то ты, субхана, целый день, когда ты будешь уже, то есть проснешься от сна, будешь думать об этом, то есть и это будет тебя то сильно, то есть напрягать тебе, и будет от этого трудно. وأي رمة تبقى لوجوهنا وأيدينا وألسنتنا عند الله إذا وضعنا الجباه ساجدة. Говорит, то есть Аллаху алим, руматин здесь правильно употребилось или нет слово, и то есть оно ли подразумевается, то есть я это слово не знаю, Аллаху алим, то есть искал, не нашел его. То есть румма есть слово, но не подходит оно здесь. То есть румма, то есть либо джам, джам, то есть если румма сказать, то это будет, то есть что-то общее там и так далее. Римма это, то есть эти самые, как называется, истлевшее тело, то есть которое уже как называется, разложилось. То есть имеется в виду, что останется для нас, говорит, если мы, то есть когда мы, то есть сделаем суджуд и же Аллаху алям, то есть как-то, наверное, так, или же может быть, то есть предложение ошибка Аллаху алям. ثم كيف نطالب الأجناد تقبيل عتبة والأثم ترابها ونقيم الحد في دهليز الحريم صباحا ومساء على قدح نبيل مختلف فيه. Говорит, سبحان الله, затем мы, говорит, требуем от наших, то есть военных, чтобы они воевали хорошо как-то, хорошо, то есть также мы ставим, то есть, как говорится, то есть хад, хорошо, то есть, как ля илляха илляллах, то есть наказание за зина утром и днем, говорит, и вместе с этим, говорит, то есть у нас, то есть и также, то есть если человек выпьет набит, хорошо, набит это финиковая настойка, хорошо, и в нем было разногласие, то есть является ли оно, то есть харамом или нет, начало более правильно, что является харамом. То есть говорит субхана, ثم تمرح العوام في المنكر المجمع على تحريمه, а затем, говорит, обычные люди идут и делают мункар, то есть харам, запретные вещи, в котором никто не разногласит. هذا مضاف الى الزنا الظاهر بباب بدر, и говорит, не говоря уже о том, что в принципе, то есть там будет зина, ولبس الحرير, то есть люди будут надевать на себя шелк, على جميع المتعلقين والاصحاب, то есть все те, кто вокруг правителя находится, все те, кто любят этого правителя и так далее и тому подобное, говорит: «Я шараф ад-дин, иттаки сахат Аллахи, фа инна сахатаху ла тукавму сама ва ла ардун, фа ин фасадат хали бима культу, фа ля'алля Аллах яльтуфу бихи ва якфини хаваджа ат-тиба». Говорит, поэтому, о шараф ад-дин, бойся гнева Аллаха. Поистине, гнева Аллаха не выдержит ни небеса, ни земля. Хорошо, то есть, и если, говорит, мое положение из-за того, что я сейчас сказал, ухудшится, то я, говорит, надеюсь, что Аллах, субхан таля, смилуется надо мной и избавит меня от, то есть, твоей злости, можно сказать, грубо говоря, то есть, от твоего какого-то, то есть, от твоей реакции. ثم لا تلومنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام. И потом, говорит, ни в коем случае не порицай нас за то, что мы скрываемся от обычных людей у себя дома, закрываемся. لأنهم إن سألونا لم نقل إلا ما يقتضي الإعظام لهذه القبعة. Говорит, потому что если они придут и спросят нас об этом, то, говорит, я ничего другого не скажу, кроме как то, что, то есть, то, что это великое страшное дело. والإنكار لها والنياحة على الشريعة. То есть я, то есть буду это сильно порицать и буду, как говорится, то есть نياحة على الشريعة, то есть буду горевать или же, то есть громко плакать по шариату, то есть имеется в виду, как будто бы шариат умер в этом месте, Аллаху мустаан. أترى لو جاءت معتبة أو معتبة من الله سبحانه في منام أو على لسان نبي لو كان قد بقي للوحي نزول أو ألقي إلى روع مسلم بإلهام هل كانت إلا إليك؟ Говорит, سبحان الله, если вдруг пришло бы, то есть какое-то порицание, наказание от Аллаха субхана тааля кому-либо во сне, или же к какому-то пророку, если бы сейчас еще был бы вахи, то есть если бы и сейчас до сих пор Аллах субхана тааля не спаслал бы свое откровение, то, говорит, как ты думаешь, это порицание кому-то, кроме тебя, вообще было бы, говорит? فَاتَّقِ اللَّهَ تَقْوَى مَنْ عَلِمَ مِقْدَارَ سَخَطِ. Говорит, так бойся же Аллаха таким образом, как бы боятся его те, кто знают его гнев. Ведь Аллах субхана тааля сказал: فَلَمَّا أَسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Когда они разгневали нас, мы, то есть отомстили им, говорит Аллах субхана ва тааля. وقد ملأتكم في عيونكم مدائح الشعراء. А тебя, говорит, просто обольстило то, что, то есть поэты, которые вокруг тебя, они тебя восхваляют. То есть известно всегда, братья, что певцы, что певицы, что поэты и так далее, они всегда, чтобы, то есть взять себе вкусную булку хлеба, они всегда про кого, то есть поют, про всяких правителей и так далее. Почему? Потому что те с радостью сразу
дадут что-то, Аллаху мустаан. Ва мудаджат аль-мутамауилина бидаулятикум, то есть там, ну, то также продолжает также, то есть всяких богачей и так далее. Аль-агния аль-агбия аль-лазина хасиру Аллаха фикум фахассану лакум тараихакум. То есть это богачи, тупые богачи, которые потеряли Аллах субхана ва тааля для вас. То есть имеется в виду, то есть обманули вас, отдалили вас от Аллаха субхана ва тааля, и они украсили вам ваши скверные пути. Валь-акилу ман араха нафса, и действительно разумный человек, который познал сам себя, валям югайирху мадху малла яхбаруха, и говорит, и то есть его не изменяет восхваление того человека, который не знает, то есть эту душу скверную, Аллаху мустаан. То есть нашел эти слова полезным, поэтому решил все-таки к ним вернуться и, то есть, повторить на Аллаху алям. То есть, ведь может там некоторые, это называется на арабском таслиф, то есть где-то точку неправильно поставили, или же буква, потому что они же были рукописи в свое время. Аллаху алям. То есть, потому что я, ну, как бы с некоторыми людьми, которые такие знатоки в арабском, один из наших шейхов тоже, который именно, то есть, специалист в арабском языке, тоже, когда дал ему почитать, он как бы примерно то же самое сказал. Аллаху алям. Следующая, братья, подглава в этой теме у нас, то есть мы напоминаем, что тема это положение саляфов, то, как они обращались с правителями. Следующая, то есть подглава, тауджихат ва насайху саляф лиман арада духуля махум. Те советы саляфов, которые они говорили людям, которые хотели бы зайти к правителям. Хорошо, то есть по какой-то своей причине. Худейфа ибн аль-Яман, радиаллаху та'аля анху ва арда, то есть Худейфа, известный сподвижник посланника, алейхиссалату вассалям, сахиб сирри расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто хранитель секретов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, только ему пророк, алейхиссалату вассалям, доверил знания о всех лицемерах. Хорошо, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он а'ляму ан-наси биль фитан, то есть он самый великий знаток фитан. Хорошо, то есть лучше него фитну никто не знает. И хадисы про фитну, то есть большинство привел Худейфа ибн аль-Яман, как и Бухари, Муслим и других сборников. Он говорил, братья, иякуму муаккиф аль-фитан, говорит, остерегайтесь, то есть положение, то есть остерегайтесь, как говорится, двери искушения, можно сказать. То есть муаккиф имеется в виду положение, то есть имеется в виду, остерегайтесь всех искушений или же то, что приведет вас к искушению или же к смутам. Хиля ума муаккиф аль-фитан я Аба Абдилля, то есть они спросили у него, о Аба Абдилля, что это такое, то есть где ты говоришь, что будет фитна, то есть что, от чего нам остерегаться? Факаля абвабуль умара, и он ответил им, что сказал, это говорит врата правителей, врата правителей. Ядхулю ахадукум аляль амир, фаюсаддикуху билькадиби ваякулю малейсафи. Говорит, быть может, кто-то из вас зайдет к этому правителю и начнет верить в его ложь и будет говорить о нем то, чего в нем нету, то есть говорит то, что да ты, маша Аллах, сегодня, то есть это ты, наш Умар, радиаллаху анху, то есть, то есть подобного тебе нет и так далее, и тому подобное, Аллаху мустаан. Муслим ибн Амр, рахимахуллах, говорил, «Ваянбаги лиман хадима султан, алла яхдарра бихим, ида раду анху, валя ятагайра лахум, ида сахиту алейхи». Говорит, и тот, кто помогает правителям, обязан он не обольщаться, то есть если они довольны им. То есть если правитель тебя похвалил, не обольщайся этим. Хорошо, ни в коем случае этим не обольщайся. И наоборот, и не меняй себя, говорит, если они разгневались на тебя. То есть ты, если, субхана, на истине, и им не понравилось то, что ты на истине, ни в коем случае не изменяй это, только для того, чтобы обрадовать их. И ни в коем случае пусть не считает то, что то есть они столько работают и так далее, пусть не считает это чем-то, Аллах Акбар, Маша Аллах, как ты много работаешь, как ты не устаешь, то есть о всех нас думаешь и так далее. Ни в коем случае пусть этим не занимается и ни в коем случае не достает его своими просьбами постоянно, то есть не просит его, Аллаху мустаан. Также, братья, следующая, то есть под тема акуалу ара уляма анхум ва аль-залимина минхум, то есть то, что говорили ученые и их мнение об этих правителях, хорошо, и о тех, то есть скверных среди них, то есть несправедливых. Саид ибн аль-Мусайб рахимахуллах говорил: ля тамлау айнакум мин аваани аз-залима илля би инкари мин кулубикум ликай ля тухбат а'малукум. То есть Аллаху алим, тамлау айнакум можно перевести таким образом. То есть имеется в виду, ни в коем случае не смотрите на помощников этих несправедливых правителей, этих притеснителей, кроме как порицая их своим сердцем хотя бы, а не то станут тщетными ваши деяния. Или же не засматривайтесь на них, можно также перевести. Ибн аль-Касим говорил, рахимахуллах, «Лейса фи курби л-уляти ва-ля фи д-дунуи минхум хайр». Нету никакого блага в приближении к правителям, то есть или же близости перед ними, то есть никакой в этом, то есть ничего хорошего, никакого блага в этом нету. Мухаммад ибн Уаси, рахимахуллах, говорил: «Лакадму л-касби ва-саффу т-тураби хайру мин ад-дунуи мин ас-султан». Говорит, то есть мне, говорит, грызть
тростник или же камыш, и говорит, то есть глотать или же кушать землю намного приятнее, или же это намного лучше, говорит, чем приблизиться к правителю. Хорошо? Потому что он тебе, да, даст вкусную еду, но, валлахи, это вкусная еда, то есть тебе не нужна, тебе, то есть намного лучше тебе просто грызть камыш, субханаллах, чтобы не искушать свою религию, то есть не искушаться в своей религии Аллаху, то есть приблизившись к этим людям. Муса ибн Исмаиль говорил, самету Хаммад ибн Саляма, я слышал, как Хаммад ибн Саляма говорил, то есть одному человеку, индаака аль-амиру ан такра алейхи куль хуваллаху ахад фаля тати. Если правитель твой позовет тебя просто, чтобы ты прочитал ему куль хуваллаху ахад, ни в коем случае не иди к нему, сказал он. Также Адам ибн Ияс рассказывал, шахидту Хаммад ибн Салямата рахимаху Аллах, ва да'ватан яни султан, факала ахмил лихьяту ва хамра ли хауля, ла валлахи ла фаальт. Говорит, я как-то увидел, то есть, или же я свидетельствовал то, что пришли к Хаммаду ибн Саляма и позвали его к правителю. То есть он позвал его к себе в гости и так далее. И он сказал, говорит, свою красную или же свою рыжую бороду я отнесу к нему. Нет, говорит, валлахи, никогда такого не сделаю. То есть рыжая борода, либо же то, что он ее, то есть, покрасил в ноги, мы знаем, то, что это из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, то, что, то есть, отличайтесь от иудеев и христиан, поистине, они не красят свои бороды, так красьте же свои бороды. То есть, и ученые некоторые сказали, что из мудрости этого, что, то есть, например, во время джихада, чтобы человек, когда, то есть, видят седого, скажет, а старик, то есть, не будут его бояться. А что касается, если взрослые мужчины и все с черными, с темными, то есть, не именно с черными, а с темными бородами, то есть, имеется в виду, которые не поседевшие бороды, то тогда, то есть, это будет внушать мне страх. И он говорит, я свою рыжую, то есть, имеется в виду, то есть, бордовую и так далее, коричневую бороду отнесу к ним. То есть неважно, будь то это просто, то есть молодая борода или же это, то есть уже взрослого человека борода, то есть имеется в виду, я пойду к ним, говорит, валлахи, не случится такого никогда. Суфьян ат-Таури рахимахуллах говорил: "Иза лям якун лиллахи фил абди хаджатун набадаху илейхим яни султан". Говорит, если Аллах субхана тааля не нуждается в каком-то, то есть своём рабе, то есть нет у него нужды, хорошо, он тогда отдает его этим правителям, Аллах муста. Также он сказал: "Ля ухуирту байна дахаби басари ва байна ан амля басари минхум лахтарту дахаб басари". Если бы, говорит, мне был дан выбор видеть этих правителей постоянно, то есть быть вместе с ними, или же, чтобы, то есть я ослеп, я бы выбрал бы слепоту, Аллаху мустаан. Также он говорил, рахимахуллах, ан-назару иля ваджхи дзалими хати'а, ва ля танзуру иля аль-аиммати аль-мудиллина илля би инкари мин кулубикум алейхим лилля тухбата а'маликум. Субханаллах, братья, валлахи, золотые слова. Говорит, смотреть просто, то есть в лицо притеснителя, это уже грех, говорит. Нельзя просто так тебе, зачем ты смотришь на него? И ни в коем случае не смотрите на имамов заблуждение, кроме как порицая их. То есть, или порицая их своим сердцем, они то станут тщетными ваши деяния. Субханаллах, братья, сегодня некоторые братья смотрят на всяких заблудших людей, субханаллах. Заблудшие братья хавариджи, ашариты, ихваны, братья, суфисты, субханаллах, смотрят на них, высмеивают, может быть, шутки про них шутят, не говоря уже о том, что даже об этом, братья, спросили шейха Салих аль-Фаузан, и он сказал то, что то есть, бидаты, братья, и нововведения людей не сделаны для того, чтобы мы с них смеялись. То есть, высмеивать их, это абсолютно, то есть, зачем? Они мы не говорим то, что у них какая-то, то есть, это запретно, не смейся там и так далее, то есть, это же бид'ат. Нет. Имеется в виду, субханаллах, бид'ат, братья, неужели у тебя нету ревности перед религией Аллаха, субханаху та'аля? Этот человек говорит ересь. Этот человек оболгал твоего Господа. Этот человек оболгал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот человек косвенно заявляет, что Аллах, субханаху та'аля, сказал неправду в словах, что он закончил религию. Нет, этот человек закончит. Этот человек ставит себя косвенно, то есть, в один ранг с Аллахом, алейхи ва саллям. Он кабир, Аллах субхану тааля выше этого. Но этот человек косвенно заявляет это. И говорит то, что я тоже вам шариат сейчас приведу. И субханаллах, твоя реакция на это смех. Ты высмеиваешь это, субханаллах. То есть почему у тебя нету, то есть, злости в сердце на этого человека? То есть почему ты, субханаллах, смотришь на это сам, во-первых? Почему ты распространяешь это, показываешь другим, субханаллах, вызываешь гнев других людей? Или же, то есть что ты сделаешь с таким сердцем, которое может обмануться этим, субханаллах? То есть кто-то обманется, посмотрев на это, и скажет, действительно, а интересно сказал, а ну-ка, дай еще у него посмотрю и так далее и тому подобное. Поэтому нельзя на них смотреть ни в коем случае, кроме как опровергая их. То есть если ты хочешь действительно с точки зрения знания опровергнуть ту ересь или ту несусветицу, которую этот человек, то нововведение, которое он сказал, джазакаллах хайран, это то, что от тебя требуется. Но как минимум нельзя, братья, их искать, смотреть.
Потому что, как сказал Суфьян ас-Саври, просто смотреть на них уже грех, субханаллах. Просто смотреть на них. Кто тебя обезопасит от того, что ты завтра начнешь говорить такое? Субханаллах, братья. То есть, можно сказать, это плохой пример, но это, братья, пример, который наверняка часто мы сами встречаем. То есть, субханаллах, мы, как я постоянно говорю, братья, не все с бородой родились, хорошо? Было у нас то, что мы, то есть, очень сильно просим Аллах, субханаллах, таля, вечно, чтобы Он простил нас за это. И мы надеемся, что Аллах, субханаллах, таля, не спросит нас за те вещи, которые случались, когда мы не знали, не узнали, кто такой Аллах, субхану таля, пока до нас не дошел этот призыв прекрасный и так далее. Хорошо? То есть было у нас что-то, субханаллах. Неужели, братья, то есть у тебя никогда, субхана, не бывает такого, что просто, то есть иногда в памяти это приходит, просто иногда на языке бывает то, что бывало у тебя раньше и так далее. Субханаллах, неужели ты обезопасен, если ты смотришь на этих людей, что у тебя также по привычке останется это на языке, потом услышит от тебя кто-то другой, возьмет это, или же это станет твоей привычкой. Братья, субханаллах, то есть говоришь и говоришь это братьям, но неужели вам нету примеров тех людях, субханаллах, которые, субханаллах, посчитали это несерьезным и заблудились? Субханаллах, мало примеров таких, не то что десятки, не то что сотни, тысячи, братья, десятки тысяч примеров, то есть во всей истории ислама, субханаллах. Ученые, саляфы постоянно для кого предостерегают, для кого говорят не смотреть, не слушать, братья, нововведенцев, не надо, то есть шутки над ними, субханаллах, у тебя есть тысячи тем для шуток, ты находишь шутки только в религии, субханаллах. Зачем? То есть почему, субханаллах, твоя религия самая важная, что только есть в твоей жизни, почему ты ее делаешь самой, то есть самым легким чем-то? Аллаху мустаан, братья. Это очень часто, братья, встречается среди туллаб аль-айм. Те, кто называют себя требующие знания, субханаллах, потому что они постоянно, то есть мы о них хорошо думаем, среди книг, среди ученых, среди уроков и так далее. И шутки у них бывают на эту тему. И субханаллах, братья, насколько это страшно. Братья, шутки в теме религии, неважно, будь то, то есть подшучивание над бид'атами и так далее, брат, это вполне возможно будет билетом в один конец. «Ля та'тадиру кад кафартум бада иманикум». Аллах субханаллах та'ала сказал, не извиняйтесь теперь, вы стали кафирами после своей веры. Вы вышли из этой религии после того, как вы в нее зашли. Брат, субханаллах, неужели ты думаешь что, то есть неужели ты себя чувствуешь в безопасности от Аллаха субханаху та'аля? Аллаху мустаан, пусть Аллах субхану тааля укрепит нас на религии и, братья, сделает нас из числа тех, кто серьезно относится к этой религии. То есть те, кто, братья, серьезно ее исповедует. И у нас, иншаллах, в этой главе, в этой книге также будет целая глава, то есть про улю-уль-химма, то, что высокие стремления, серьезность, братья, то есть серьезность саляфов, то есть в религии Аллаха субхану тааля. Иншаллах, продолжим. Также он говорил, Суфьян ас-Саври, рахимахуллах, «Валя тандуру иля даурихим, валя дурихим, валя илейхим, иза марру аля аль-маракиб». Говорит, ни в коем случае не смотрите на дома их, не смотрите на их, то есть на чем они ездят. Субханаллах, сегодня братья говорят, посмотри-ка, какой на этот правитель, какой у него дом, какую он себе резиденцию, какой он себе дворец, замок построил. Какое дело твое, субханаллах? Как тебе вообще, каким образом тебя это касается, субханаллах? Ну хорошо, что ты добавил мне, что ты убавил мне? Убавил-то ты мне много. Что ты прибавил мне? То есть ты, это слово, которое ты сейчас сказал, действительно ли ты считаешь, что это то, что в судный день тебе не будет за это стыдно? Это приблизит тебя к Аллаху, субхану тааля? Тогда почему ты, брат мой, это говоришь? Или какую машину купил такой-то? Да какое твое дело, субханаллах, какую он купил машину? Почему тебя это заботит, субханаллах? Аллаху мустаан. Также он, братья, говорил, рахимахуллах, «Валлахи ма ямнауни мин итьянихим анни ла ара лахум та'ам, валякин ни раджулин ухиббу та'ам ат-тайиб, фа ахаф ан юфсидуни». Субханаллах, братья, это говорит Суфьян ас-Саври. Говорит, клянусь Аллахом, то есть не отдаляет или же не запрещает мне пойти к ним то, что я не вижу, то есть для них подчинения. То есть я не говорю, что нельзя им подчиняться. То есть надо подчиняться, они наши правители, мы им подчиняемся, слушаем и повинуемся им. Но вместе с этим я к ним не хожу не по этой причине. Но, говорит, я человек, и я люблю вкусную еду, говорит, и я боюсь, что они меня испортят. Субханаллах, братья, никто из нас черный хлеб хорошо с теплой водой не любит, хорошо. То есть, но любит, братья, все сладкое, вкусное, соленое, или же, то есть, перченое и так далее. Любит, что самое хорошее также. И поэтому, то есть, кто тебе гарантирует то, что ты привыкший, то есть, кушать как-то, то есть, какую-то, может быть, не самую, как говорится, первосортную еду, а эконом-класс у тебя хорошо. Когда ты зайдешь и увидишь бизнес-класс, кто, субханаллах, у тебя есть безопасность, гарантия, что ты потом, то есть, захочешь вернуться обратно в свой эконом, как говорится. Аллаху мустаан. Также он, братья, говорил, рахимахуллах, «Ман да'али залимин бильбакай, факад ахабба ани васаллах азваджал». Тот, кто просит для то есть какого-то притеснителя, чтобы Аллах, субхану тааля, укрепил его и сохранил его, говорит, такой желает, чтобы Аллах, субхану тааля, слушался на земле.
То есть имеется в виду, это не значит то, что мы для каждого, то есть притеснителя и так далее, говорим, о, Аллах, уничтожь его там. Нет, проси для него, то есть не бакат, не то, чтобы Аллах, субхану таля, то есть, как говорится, увеличил его жизнь, и еще долго-долго он с нами был. Нет, проси, чтобы Аллах, субхану таля, исправил его окружение, чтобы он был, то есть в нем было благо для мусульман. А если он не исправляется, если нет в нем блага, то пусть Аллах, субхану таля, уберет его и сделает с ним все то, что пожелает. Аллах мустаан. Яхья ибн Сулейм ат-Таифи рассказывал, говорит, ба'атам Мухаммаду ибн Ибрахим аль-Хашими иля Суфьян ат-Таури рахима Аллах би миятай динар фа аба ан якбалха. Говорит, как-то раз Мухаммад ибн Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, он отправил Суфьяну ат-Таури 200 динаров. И Суфьян ат-Таури не принял их, сказал, не надо мне их обратно отнесите их. Факульту я ба Абдилля каннака ля тараха халялян. И говорит, я, то есть Яхья ибн Сулейм ат-Таифи, он сказал, о, ба Абдилля, как будто бы ты считаешь это запретным. Хорошо, то есть, ну, ты эти деньги считаешь харамом? قال بلا ما كان أباي وأجدادي إلا في العطية ولكن أكره أن أدل لهم. Говорит, да нет, наоборот, то есть я считаю это дозволенными деньгами, нет в этом проблем. Более того, мои родители, то есть мои деды и так далее, Аллаху Аля, في العطية, то есть они как бы принимали подарки или же жили на это, то есть на помощь правителей и так далее и тому подобное. Но, говорит, я не хочу унижаться перед ними. Это было, братья, субханаллах, таким образом саляфы к этому относились. Также он говорил, братья, то есть Абу Шихаб рассказывал, «Кунту лейлятан маа Суфьян ат-Таури, рахима Аллах, фараа наран мин баидин, факала ма хада». Говорит, я как-то раз был ночью с Суфьяном ат-Таури, и он увидел издалека огонь. И он спросил, что это, что за огонь, кто там? Факульту нару сахиби шурта. Говорит, это, то есть огонь, который разжег себе какой-то полицейский, то есть или же военный. فقال اذهب بنا في طريق اخر لا نستضيء بنارهم او قال بنورهم. Говорит, а ну-ка давай по другой дороге идти, чтобы мы, субханаллах, ни в коем случае не видели или же, то есть не светил нам этот свет или же огонь, который он разжег. То есть, субханаллах, я вообще не хочу говорить с ними как-то, то есть даже мимо проходить, субханаллах. Также Дауд рассказывал от своего отца, то есть от Абу Дауда, то, что он, братья, был с Суфьяном ат-Таури, рахима Аллах, фамарарна бишурты и наим. И говорит, мы прошли как-то между, то есть, полицейским, который спал. То есть полицейским, мы говорим, имеется в виду человек, который, то есть, работает как бы на правительство, хорошо защищает его и так далее. Вакадхана вакту саля. То есть, и это было, то есть, когда он спал, было время молитвы. Фазахабту ахмахаррикуху фасаха Суфьян мах. Говорит, я когда пошел, то есть двигать этого полицейского, чтобы он проснулся, Суфьян закричал мне, а ну остановись, не делай этого. Факульту я Абу Абдилля, юсалли. Он ему сказал, говорит, о, Абу Абдилля, пусть помолится, то есть время молитвы. Факаля дагу ля саллаллаху алейхи. Говорит, оставь его, говорит, да не благословит его Аллах. Фама стараха насу хатта нама хада. Говорит, люди не пребывают в спокойствии, пока не уснет вот этот, говорит. Аллаху мустаан. Хайян рассказывал, ибн аль-Мубарак, говорит, что ибн аль-Мубарак, рахмаллах, то есть аль-Хурасани, Абдулла ибн аль-Мубарак аль-Хурасани, говорил, قيل لسفيان الثوري, то есть он рассказывал, что как-то раз сказали Суфьяну ат-Таури, лау дахальта алейхим, говорит, почему бы тебе не зайти к ним? И он сказал, инни ахша ан йасалиллаху ан маками ма культу фи. Говорит, я, говорит, боюсь, что меня завтра Аллах субхану таля спросит о том, когда я к ним пришел, что я сказал там. Хиля лаху такулу ва татахаффаз. Говорит, то есть ты зайди, поговори с ними, но как бы обезопась себя, то есть имеется в виду как-то, то есть будь, ну, как бы придумай что-нибудь. Хала тамуруни ан асбаха фил бахри ва ла табталля фияби ва ла табталлю фияби. Говорит, вы, субханаллах, говорите или же повелеваете мне, чтобы я пошел плавать в море таким образом, чтобы не намочить свою одежду. То есть это невозможно, субханаллах. Хала хайян ва балагани аннаху кали. Хайян также говорил, что я слышал, то есть до меня дошло от его слов, от слов Суфьяна ат-Таури, лейса ахафу дарбахум, валякинни ахафу ан юмайилу але ау ямилу алейя бидуньяхум, сумма ла ара сайятахум сайя. Говорит, я, говорит, не боюсь то, что они меня побьют или же убьют. То, что я боюсь, то, что они склонят меня к своей дуне, своему, то есть этому свету, красотам этого мира, хорошо, и затем я не буду видеть их скверные деяния, скверные. Субхана, то есть я не буду порицать то плохое, что они делают, Аллаху мустаан. Абдулла ибн Хубейх говорил, كنت عند يوسف بن أسباط رحمه الله إذ جاء الأمير وعليه قلنسوة شاشية. Говорит, я был как-то у Юсуфа ибн Асбата, когда к нему пришел один правитель, на котором была, то есть, красная такая, то есть Каленсуа Шашия, то вот, я думаю, все знают, вот в Марокко, в Турции такие известные, такие большие, такие стоячие красные эти самые тюбетейки, в Египте тоже они раньше были, с такой черной такой висюлькой. Хорошо. Фасаляху ан масаля. Он пришел и спросил у него о чем-то. И он говорит, инна устади Суфьян рахимаху
Аллах, кана ля юфти ман аля раси мисля хаза. Говорит, поистине мой учитель, Суфьян, то есть Ас-Саури, Аллаху алям, говорит, он не давал фетву тому, кто носит это на голове. Аллаху алям, по какой причине, было ли в этом уподобление или же что-то еще, Аллаху алям. Не знаю, то есть история этой тюбетейки. قال فوضعه على الارض فافتى. То есть он тогда снял ее с головы, положил на землю, и тогда ему Юсуф ибн Асбат дал фетву в его вопросе. Также Сандуя аль-Фатталь говорил: قيل لداود الطائي رحمه الله ارايت رجلا دخل على هؤلاء الامراء فامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. Говорит, спросили у Дауда Аттаи. То есть, а что если человек, говорит, зайдет к этим правителям и повелевать начнет им одобряемое и запрещать порицаемое? Что ты скажешь про такого? قال اخاف عليه الصوت. Говорит, я боюсь, что они его плетьми забьют. Хали иннаху яква. Ему сказали, то, что, то есть, он сильный, то есть, выдержит этого. Хали ахафу алейхи сейф. Тогда я боюсь, что его, то есть, зарубят, убьют его хорошо, то есть, голову отрубят ему. Хали иннаху яква. Они сказали то, что все равно, то есть, он сильный, он выдержит это, не проблема. То есть, не то, что он выдержит, голову ему отрубили, он дальше пошел, не это. А имеется в виду, выдержит то, что он, хамдуля, то есть, хорошо, то есть, примет это. فقال اخاف عليه الداء الدفين من العجب. Говорит, тогда я боюсь, как говорится, скрытую болезнь. А это что? Это самообольщение, что такой человек зайдет к ним и самообольстится, субханаллах. Аллаху мустаан. Также Ибрахим рассказывал, говорит, самиату аль-Фудейл ибн Айяд рахималлах, я слышал, как Фудейл ибн Айяд рахималлах говорил: لان يدنو الرجل من جيفه منتنه خير له من ان يدنو الى هؤلاء يعني السلطان. Говорит, человеку намного, говорит, лучше находиться с рядом, братья, с гниющей, или же, то есть, да, можно сказать, с гниющей, или же, то есть, мертвой тушей, хорошо, намного лучше ему находиться с мертвой гниющей тушей, чем находиться с этими, то есть имеется в виду с правителями. Во самиату якули, также я слышал, что он говорил: радиуля ля юхалит уха уля валя изиду аля мактуба. Говорит, человек, который не ходит к этим правителям, то есть он как бы никак не приближается к ним, и он совершает только обязательные деяния. Афдалю индана мин раджулин якуму ал-лейл ва йасуму ан-нахар ва йахуджу ва йатамир ва йуджахиду фи сабилиллахи ва йухалитухум. Говорит, такой, который, то есть, не ходит к этим правителям и совершает только обязательные деяния, то есть ничего из желательного не делает, лучше у меня, говорит, чем человек, который выстаивает молитву ночью, который постоянно днем постится, который совершает хадж, умру, который сражается на пути Аллаха, но вместе с этим он с этими правителями постоянно, то есть, как говорится, якшается с ними. То есть это имеется в виду, опять же, когда он, то есть, желает этого сам. То есть не тот, который, братья, заходит и порицает их. Это уже другой вопрос. То есть мы уже говорили о том, что, то есть, когда человек приходит к правителю и доносит до него истину, хорошо, как это делали. Вот мы сегодня, например, в начале урока читали слова, то есть Абуль-Вафа, хорошо, и так далее. То есть это другой вопрос. А имеется в виду тот, именно который постоянно с ними находится, то есть не видит в этом проблем. Говорит, вадаа ба'ду аль-умара и Шумейт аль-Анси рахимахуллах иля таам. И как-то, говорит, некоторые правители позвали Шумейт аль-Анси, то есть, покушать к себе. Фа'тальна алейхи ва лям яти. И он говорит, что, то есть, как бы, ну, отговорился, хорошо, то есть, и не пошел. Факиля лаху фи далик. И у него спросили об этом: почему ты так сделал? Факаля факад факду аклятин айсару алейя мин бадли дини лахум. Говорит, то, что я потерял, то есть, еду, хорошо, то есть, не покушал с ними, говорит, это мне намного проще, чем то, что я, субхана, продам им свою религию, или же отдам им свою религию. Майн баги ан якуна батну ль-му'мини азза алейхи мин дини. Говорит, и ни в коем случае, то есть, не подобает человеку, то есть, верующему мужчине, то есть, или же верующему мусульманину, чтобы его живот был для него выше, чем его религии. Субхана, чтобы, как говорится, братья, не командовала им пуза, хорошо во всем том, что он делает, субхана. Это очень, братья, опасно, субхана. Не надо, забудь о своем животе. Всегда думай о своей религии. Аллаху мустан, иншаллах таля. На сегодня на этом закончим. Баракаллаху фикум. Пусть Аллах субхана таля примет от нас. Атаву Аллаху аля ва алям. Саллаллаху аля набиина Мухаммад. Ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ва джазакум аллаху хайран.